4000 рублей. Тише, у меня стеклянный стол. И... как остановить? Стоп! Здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. Недавно мы проверяли сайт CSGO Run, и в комментариях вы очень много просили меня Мяускинс, и сегодня специально для вас залетаю на Мяускинс и просто... Вот так мы их разорвем и получим оттуда неподтвержденное убийство. Я хочу этот юсп. И сегодня мы это сделаем. Поэтому с тебя лайкусик, подписочка, колокольчик. Начинаем. Наконец-то, ребят, мы на этом сайте Мяускинс. Пацаны, разорвем их. Кстати, я там пошушукался с администрацией. Я выбил вам 300 промокодов по 15 рублей, ребят. Заходишь, нажимаешь на свой логотипчик, после чего в промокоде всегда вводишь название моего канала, а именно Сайбербанана. Я пришел сюда за неподтвержденным убийством. У меня на балансе есть 2000 рублей, сам понимаешь, а это нужно. 4000 минимум, это после полевок. Что там сайт пишет? Слушайте, давайте мы этот чатик выключим нахрен. Он очень слишком мне что-то мешает, он постоянно в глаза мне вот так вот дергается. Помимо промокодов, которые я тебе показал, есть еще халява, а именно в группе Мяускинс. Заходишь в группу Мяускинс, просто смотришь, хлоп, промокодик сюда, активировал и поднял. Например, смотри, чел поднял дигл, хорош. 4000 рублей. Тише, у меня стеклянный стол, куда? Да ладно, тут еще есть рулеточка. По традиции мы будем депозит еще плюс 15%. Ля сайт, слышь, ты что все даешь-то, Поехали, обменяем вещи. Отлично, 7 вещей есть, по 200 рублей. 1.31. Чисто проверим, посмотрим вообще, как сайт, готов ли нам сегодня показывать мастерство. Фу, бокс. Так, увернулся сюда. Хлоп. Есть, слушай. Нам гидру дали? Гидра. А нам пофиг, мы все равно ее также будем прокачивать. Отлично, первый разочек есть. Так, надо размяться. Я готов. Сегодня битва с Мяускинс. Давайте откроем на полный экран, чтобы вообще нас ничего не отвлекало. Что у нас, что у нас? После полег 3.900. Примерно понимаем всю сумму. Окей, погнали. Точка 7. Но будем... Успел! Так, на один... Ладно, ты хочешь со мной поиграть? 200. Давай, пацаны, ставить на 2. Не, 2 много. Пацаны, я что-то переборщил. На 1.6. Ай, пальцы. Куда? Поехали. Давай. 1.6. Да, есть. Повторим еще разочек. Только в этот раз поставим на 1.2 выведу. Я говорю 1.2 выведу. 1.3 выведу. 1.4 выведу. 4 все вывожу нахрен. А как остановить? Стоп! Само вывелось. Че творит? Что творит, родная? Воткнем гидру. Давай в этот раз поставим на 1.3. Подождите, игра еще не началась. Я вовремя не поставил! Вот 1.7 лить, я тебе говорю, можно. Даже смотреть не буду. Вот так, только чуть-чуть подглядывать буду. Сюда. Есть. О, все, пацаны, я, если честно, я уже весь мокрый нахрен на этом сайте. Я на сотку только в плюсе. Уже вечность прошла. Как остановить? А если я так нажму? Это вывелось или что? Вы успешно... А, ну все, работает эта тема. В прошлый раз что-то, видимо, не сработало. Давайте рискнем, пацаны. Она есть. Она есть. Она близко. Чуйка сюда. Пацаны, надо один ход, надо отдышаться. Отдышался. 1.2 сделаем. Сюда. Может быть, может заглянуть в чат, что там пишет. Модер, привет. Опа, на модеры здесь. Прячемся. Выключили чат, никого не видим. Ну давай. Ну чё, кошара? Давай, я сейчас покажу тебе Мяускинс, да? Давай, оп, смотри, хлоп, мимо кассы, 2-1. Сейчас сделаю, давай, оп, двоечка, тан-тан, забрал, есть контакт. Пока на 600 рублей в плюсе, это мало. Я уже вон весь побит, поцарапан, но я еще готов, пацаны, сегодня реально я включаю Тайсона, сегодня я готов вырубать. На самом деле, по-хорошему, все-таки стоит разбить бизончик пополам, по 300 теперь поставим. Просто смело поднимаем баблишко. Потом 300 поставим на тоже, на 1.4, а потом 300 поставим на двоечку. Есть, вывел сюда. О, есть, тогда поднимаем сюда. 1.7 закрыто. Блин, 1.5 опасно. Что-то пошло не так. Я тебе сейчас дам не так, алло. Ну слушайте, пацаны, дает же ребятам, дает реально играть. Слушайте, с промика тут подняться вообще на изи. Давай поставим 300 и выведем на 1.1. Хотя 1.2 или 1.3. Мы просто успеваем закрываться нереально. Короче, нам, грубо говоря, еще нужно косарик отсюда вытащить. И... Двоечку ходили, а нет. Серега красавчик, увернулся, отлично. Сегодня, Мяускинс, ты не устоишь перед моей силой. Просто баночки сюда. Закрыто. Так, ну, ребят, давайте посмотрим. Сейчас у меня на счету 3230, там, 2, короче, 3300. Давай посмотрим.
Пацаны, мы это видим или нет, а? Сегодня сайтик мне проиграл. Я скажу так, я получил кучу эмоций, я получил действительно достойное противостояние, но Мяускинс, сегодня ты проиграл. Но был хорош, был реально хорош. Несколько раз ты меня опрокидывал, вон даже царапину оставил, но сегодня я на высоте. Но если тебе понравился такой ролик, если ты хочешь промокод, обязательно смотри в описании. Сайбербанана, название моего канала, вводишь вот сюда вот. И по моим тактикам, особенным шаолиньским, сегодня можно получить 15 рублей на счет. Все, я погнал, зацени вот это годное видео. И кстати, дружище, я хочу, чтобы ты поставил лайк и подписался. Я жду 100 000 подписок к концу года. Давай, пока-пока.